Приехали домой, а мама уже готовит обед. Вон, рыбка. Рыбку хочет поджарить, дочку накормить селедкой, которую ловили. Да, да. Свеженькой. И вот она еще не доделала, тут чистит ее, все сама делает. В очках, во всем подряд. И вот такая у нас, такой обед у нас сейчас будет. Мясо. Вот мяско у нас еще на зажарочку. Они всегда его покупают. Оно и картошечка. Готовая. И картошечка толченая. Все, друзья, как в деревне. Это настоящая деревня. Это, как говорится, они из деревни выехали, лук, а лук деревня из них нет. Поэтому у них все по-деревенски. Вон лучок, черемшинка лежит. И все деревенское. Сейчас молочка набрали. Еще по стаканчику молочка навернем. Чтоб по бороде текло. Ага. Или по усам текло. И в рот попало. И в рот попало. Не успела пообедать. Сейчас мы с вами едем на куриную фабрику. За мясом куриным. Куда? Без разницы, хоть куда. Кунден. Никаких там не кунду. Заворачивай. Вон только на этот не вставай. Для инвалидов? Да, для инвалидов. А то потом на коляске уедем. Нет, со штрафом. Со штрафом уедем еще до ЦУ. Есть приезжают на коляске. Дополнительно. Нет, туда заехал, постоял, приходит, машины нет, у коляски стоит. Ну вот мы приехали на куриную фабрику. Все, мы купили все, что просто нужно. Надел на улице. Колбаска. Здесь у нас крылышки. Вот белое мясо. 13,94 стоит. Ну и папа купил себе. Сходи, посмотри. За спрос не бьют в нос. Сходи. Что нам делать еще? Тоже пойдешь еще? Вот это большая-большая птицефабрика. Да, я тут буду. И вот при нем вот такой магазинчик. Маленький, компактный, аккуратненький. Мы сюда ездили постоянно. Он 100 километров от родителей, а от нас уже 200. И работники все на велосипедах, на машинах сюда подъезжают. Вот целый парплац работников. Ну и наша тележечка. Буду собирать все. Поедем домой. Thank you.
Проезжаем мимо кладбища вот такого. Я о нем ничего не знаю. Но это будет... Это кладбище военное. Захоронение здесь военных. Сейчас я попробую перейти дорогу и вам показать. 1945 год. Ну вот, мы и приехали. Вон там на третьем этаже окошечки родителей. Мы уже второй раз видим. Так это же уже другой фильм. Это же не один фильм. Это уже как мы ездили за мясом, за куриным. Как дедушка говорит, мы уже третий раз сегодня подъезжаем к этому дому, а ты все говоришь, ну вот мы и приехали. Говорю, так мы уже третий фильм с тобой делаем, если что, задний. Все, мои хорошие, всем пока-пока. Мама Багаля уже мяско нажарила. Это... Толченочка уже подогревается, мы не рыбку успели сделала, покушать. Сфотографировала. Рыбонька. Рыбоньку сделала. Селёдочка. Черемшинку сделала. Черемша. Все, будет. Я еще сейчас... хотела кое-что, но уже больше все нет, не могу. Нет, все, хватит уже. Еще болею мне до того, это все. Ой, слушай, тяжело. Ты не в сладости. Так, а что, здесь у них все чаечки, орешечки, кофеечки и цветочки. Можно.